развитие диафрагмы. Аллах-акбар! По мере вдоха и выдоха вы усиливаете громкость пения мантры. Таким образом, на выдохе вы сильнее выдавливаете красную кровь, а на вдохе сильнее выдавливаете из органов живота вверх по полому сосуду низкого давления синюю кровь. Сейчас я буду петь мантру Аллаху Акбар и вы будете видеть изменение цветов радуги по мере окончания вдоха и окончания выдоха. Сейчас я покажу вам на себе, как двигается диафрагма при вдохе и выдохе. Я начну с вдоха. И под конец, когда диафрагма будет опускаться, я буду петь громче. На выдохе наоборот. Сначала тихо, а потом по мере подъема диафрагмы я буду давить на легкие сильнее. И громкость как раз создается давлением диафрагмы на газы, которые находятся в легких. Поэтому звук становится громче. Конечно, так петь на вдохе и на выдохе тяжело. Я тренируюсь уже с 1 января 2020 года, уже 21 месяц. Тренируюсь петь и на вдохе, и на выдохе. Причем не менее 2 часов в сутки. Тогда жизнь становится бесконечной. Таких, как я, по-моему, еще нет, которые бы молились по 2 часа утром. Но в будущем я надеюсь приобрести достойных учеников, которые захотят быть здоровенькими, быть защищенными от всяких вирусов и бактерий. Потому что у человека, который хорошо гоняет кровь, у него очень хорошая защитная функция организма. С вами был Николай Полыга. Аллаху Акбар.